Гоблин, он не переводчик. Одну секунду. Переводчик это кто? Это тот, кто сел с карандашиком и через 4 месяца выдал свою версию. Я ничего не понимаю. Переводчик это наушнички надел и давай переводи. Это уже совершенно другая работа. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла на десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.